Всем привет, с вами Антон 99 и Пирог. И сейчас мы будем играть в Industrial Craft 2. Industrial Craft 2 на 1.4.2 версии. Да, это самый нормальный Minecraft 1.4.2, который вышел. Вскоре мы покажем, как садить картошку, морковку. Да. Это все мудо, и сделаем автономную ферму. Так что не зря я начал играть сразу на сервере. Я же говорил, что приглашу потом своих друзей. Так. Ну и сейчас мы будем копать шахту и добывать алмазы. Ну или не алмазы. Это, кстати, попадет? Кира, 15 уровень, давай спустимся на 12. О, смотри, я лазурит, да. Я не вижу просто текстурки у меня тут. Ой, я вижу, что ты про это прошел так жестко. Самое. Стой. Мам, ты чё? Опять мама куда-то ушла. Блин, да здесь столько всякого. Ты бы знал, Антон. Так, давай в три блока. О, не зря копнул. Чё нашел? Железка. А я этот лазурит весь наломал, короче, тут. И нашел, как я понял, тин ор. Чё такое тин ор? Я вообще не знаю, я говорю. Я без понятия. Мы пока не очень с Кириллом умеем играть в Industrial Craft. Да. Мы вообще не очень знаем, что как делается. Мы вообще не умеем играть в Industrial Craft. Да. Что мы полный лузерс, вы понимаете? Мы будем смотреть на Minecraft Wiki. Все. Будем развиваться. Да. Давай в три блока копать. Как так? Не, давай в шесть вообще. Я в три. Так, и ты тоже три. Ну вот, смотри, да. Ты прорубай туда три блока, и будем копать, извини. Блин, ты чё бьёшь? Да блин, да у этого тираниум ора вообще как грязи. У меня как дурака фантиков. И в этот потолок тоже. Ну, в три блока ты, ну вот. Видишь? Гашиш. А сколько лет этому Глебусу? 16. Подожди, Антон. А у тебя хавчики есть? Нет. Есть то, чем... Да, 3 стейка. Так, у меня 21 тиноэр и купер ор есть. Блин. Я пока буду копать шахту. Да я копать. Давай в три блока чисто копать, да и все. Да не, да так больше же шанс алмазов найти. Мне блин, кажется... кто меня. Откуда чешуйни. Фу! Поперли. Вали их, вали их! Откуда блин, они? Беги на! Беги нафиг, Антон! Беги отсюда, блин! Они меня убили! Это я тебя убил, прости. Подбирай мои ресы и вали оттуда. Или включай себе креатив. Откуда они взялись? Блин. Так, бегом в шахту. А чё, они там что-нибудь убьют? О, слышь, Антон, да они ж сейчас на нас работать будут. Они ж там, мы их там закроем сейчас, а они там будут фига. Кирилл, ты в шахте? Нифига, я за тобой бегу. А, там просто это, сейчас вещи-то надо подобрать, у меня там много чего ценного. А чешуйницы их разобьют? Нет, ну просто они же через 5 минут пропадают. Кошка могла это выйти, Анфиска. Спустись по этажам, посмотри, пожалуйста, а то Никитки дома нет. Ладно, Антон, сейчас я 5 минут. Ты пока подбери вещи, ок? Сейчас, мам. Кирилл отошел. Не могла где-нибудь. Так, ну иди чешуйницы. Я выходила, а так. Оба. О, алмазики. Есть. Да. Алмазы. Целых 4 алмаза. Нашел я. Так. Блин, да откуда тут чешуйницы? С чешуйницами, то есть. Извините. Так.
Скоро сделаю себе алмазный бур. Да и Кирилл, наверное, тоже. Но надо еще найти алмазики. Пока у меня 2 алмаза. И у Кирилла тоже. Ну, мы поровну делим. Все. Так. Еще прокопаю. О. Так. Булыжником все заделаем. Блин, вот бы еще найти алмазиков штук 20. Вот прикол-то в том алмазном буре, что он копает очень быстро и никогда не сломается. Это очень классно, по-моему. Не знаю, как вам. Антон, угу. Я пришел. Кира, я 1 изумруд нашел и 4 алмаза. Слышишь, Кирилл? Здорово, Михалыч. Че надо? Алло, Антош. Я 4 алмаза нашел. Ладно. Че надо, изумруд? Миша? Че? К 12-15, если хочешь, на доп. Физику. К часу 15, пока. Я занят. Ёбаная кошка, блядь. Дай мои ресы, Антош. А, да. Вот это чешуница. Так. Гондонище такое, блядь. Убежала, пидораска. Ты понимаешь, да? Угу. Убежала, сука. Вот, на тебе 2 алмазика. Спасибо. Ты скажи в видео, что... А видео снимать? Да. Ой, извиняюсь за мат. Просто эта кошка падала, убежала. Блин, мне по всему подъезду ее ловить пришло. А это твоя кошка, что ли? Ну, Анфиска. О, опа, удар, да. А что это такое, а? Да блин, я не знаю, зачем оно. Ну, это что-то нужно. Ну. А сколько, Кира, алмазов надо, чтобы алмазный бур сделать? Не знаю, спроси. Ну, надо... мы посмотрим на Minecraft Wiki, и в следующем обзоре будем намного умнее. Да, мы будем делать алмазный мур. Мы возьмем. Да, в следующем выпуске мы можем... Если мы сейчас найдем алмазы, то мы будем делать сейчас алмазный. Сейчас, подожди, я на Minecraft Wiki зайду. Угу. Майна. А чё, Minecraft Wiki, там написать Industrial Craft? Ну, можешь не на Minecraft Wiki, а в Ютубе там посмотреть. О, у кого-то гиркастеры. У меня. А у нас второй Industrial Craft? Да. Алмазный бур. Это там вообще... Это, короче, надо там... Так муторно делать. Надо, короче, сначала сделать шахтерский бур, а потом 3 алмаза и сделать алмазный бур, прикинь. А шахтерский бур как делать? Ну там какие-то закаленное железо, всё. Аккумулятор и электросхема. Да-да-да, все знаю. Где электросхему взять? Ну, я не знаю. Там вон какой-то тираниум ор. Опять. Кошка падала. Ненавижу кошек. Анфиса, иди сюда, сволочь. Кс-кс-кс. Анфиса? Анфиса? Опять чешуйница. Все, я измучил. Блин, тут камень вот этот, чешуйница. Он так ломается плохо. Ты давай третий-то блок копай. А я редстон нашел. Что ты давай? Надо будет сделать светоблоки, а то... О, алмазики! Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Так, помнишь, как твоих... бак с золотом, 17 золота нарубили? А, да. На, три твоих алмаза. Мы сейчас из них алмазный бур будем делать. Я сейчас зайду, короче, на Minecraft Wiki и спрошу, как делать электросхему. А она делается изолированным медным проводом, закаленным железом и изолированным медным проводом. Как делать изолированный медный провод? А он сделается из медных слитков. Окей, это ништяк. А как сделать изолированный медный провод, блядь? И резина, нахуй. А как взять резину, блядь? Чё? Уголь, латекс. А где взять латекс? Вообще херня какая-то, Антон. Короче, мы просто будем сейчас копить ресы. И потом посмотрим на Minecraft Wiki, как делать алмазный бур. Короче, там такая муда, там, блин, это знаешь, блин, алмазный бур. А, закаленное железо, это вот эта вот белая херня, походу. Походу, да. Которую я собираю, а ты говоришь, что это фигня. Или это железо, которое надо закалять еще в печке. Ой, и... Я уран... О, нифига, я зеленый какой-то нашел. О, это уран. Это редко. Это как алмазы, считай. О, алмазы, Антоша, алмазы! Сколько? 3. Держай своих. Давай. Честно, кровно, нажитых 2. Спасибо. У меня 6, у тебя сколько? Так 7. Давай я все алмазы тебе дам, нам все равно алмазный бур делать. Ну нам же 2 надо. Ну, так как раз хватит. Ну да. Ты, короче, чё, пошли пока, попробуем алмазный бур сделать. Пока о, чуть... зелёная херь. Где? Ну вот. О, вот. А, фу, это фигня. Все, пошли. Это изумруд. Нет. Да. Нет. Да на, хочешь я тебе изумруд? Это ураниум, Ори. Да возьми. На, ты ее срубил? Вот, на. Да блин, смотри, вот. Ураниум, Ори. Блин, здесь именно уранью моры есть, а у меня изумруд был. Спасибо, но у меня тоже есть изумруд. На, бери свой ураниум, блин. Дай мне мой изумруд, честно, нажитый. На тебе 2. Чё я с ними делать буду? Не знаю, деревеньку найдем. Висить кипятком на них? Все, пошли. Хотите, я скажу вам небольшой каламбурчик? Кто носит фирму Adidas и бреется он маркой Шик, тому любая баба даст, а может даже и мужик. И еще один. Да-да-да-да-да. Папа едет в Ленинград, мамин хахаль будет рад. Мамин хахаль наш сосед, папа купит мне мопед. Ну еще есть один. Дело было не в бобине, распиздяй сидел в кабине. Но больше я таких смешных... Опа, где-то летучая мышь, ты слышал, да? Угу. Ну что там, давай делать уже, бур. Так ты давай наверх-то поднимемся, ты что? Угу. Включи утро или не будешь? Давай поспим. Давай поспим. Я пойду на свою суперкрутую кровать, которая... Смотри, как я сплю угарно. Угу. Ты тоже ложись спать. Так, у меня... А, все. А типа, когда вдвоем спишь... О, классный Кира. Славно. Бум, блин. Спасибо, Антоша. Давай-ка ставь нормально кровать. Намутил кроватку. Дай поесть, а что-нибудь? Есть поесть? Ну. Больше ничего. Блин, стейк всего один. Блин, хавки пойду на работу. Ок, есть меч, нет? Меч? Не-а. Сейчас, подожди, ну-ка. Так, давай я тебе все резы отдам. Бери, короче, я тебе скидываю все резы, которые были у меня. О, железо закалять можно, Кир. Я сделал закаленное железо. Короче, я тебе скинул все резы, которые у меня были. Я пойду хавчика, да, буду. Ок, да. Ну ты в этот, в сундук скинь. Ну я на тебя их скину. О, гнилая плоть, ништяк. Я ее покушал. О, там коровка, пойду коровку. Так что там, Кира, вот, ну, закалил железо и чё? Ты штук 10 закали нам. Окей. 27.
Давай. Закали уже? Не, закаливаю. И 27 сколько? Ну да, 20. Даже больше. Вот это сервер Антона. Мы теперь будем на канале работать. Антона, у тебя партнерка русская? Да. А, ништяк. А то там для России столько полей заполнять. А тебе приходило письмо от Google? Да. Так вот. Ну, железо нам тоже нужно, так что я не все буду закалять. Да, потому что нам еще меч надо сделать и доспехи чуть-чуть. Алмазики я тогда положу в этот в сундук. Так, давай, короче, начинать помаленьку. Короче, надо взять латекс. Латекс растет на деревьях. Давай, пошли. Твою мать, где здесь деревья? Антон, где мне взять латекс? Тут, кстати, нет, Кира, это Set Home команды, так что давай кто-нибудь Set... один из нас... Set Spawn тоже нет. Ну, спаун рядом с домом, что ты хочешь. Ну, в принципе, да. Так что, блин, без разницы, Антон не канает. Я тогда пойду, наверное, положу все вещи свои и пойду добывать эту херь. Да. А я не буду ничего класть. А ты куда пойдешь? Подожди, а латекс-то как хоть выглядит-то? О, короче, чтобы взять латекс, надо сделать какой-то кран. Какой кран? Да, чтобы слить латекс, надо кран сделать. Чтоб латекс это... Да латекс... А кран как сделать? Да блин, да там целое... Ты бы знал. Латекс. Сейчас напишу латекс. А ты где смотришь-то? Майнкрафт Вики, ты чё? Не знаешь, что ли? Знаю. Вот индустриал крафт латекс. Короче, добыча источником латекса является древесина гивей. Ну это, короче, это древесина, блин. Скажи, я, короче, скажу. Ну, блин, Антоша. Ну это... Твою мать. Ну это, короче, древесина, которая... тропические деревья, блин. Ну. Ну вот, там, короче, надо... взять краник какой-то, а краник делается из деревяшек. Я тебе сейчас сделаю краник, дай дерево именно, доски. Блин, нету. Досок нету? Пойду за деревом. А где оно? Ну, сейчас я все выложу, кроме топора и меча. Ай. Блин, здесь дерево-то... О, я нашел дерево, yes. Какое-то дерево нашел. А тебе топор зачем? В смысле зачем? Чтоб дерево рубить. Я, кстати, железный уже сделал. А здесь же нету, да, приват территорий? Не. Это вообще сервер не публичный. Здесь тип чё хочешь, то и твори, да? Ну здесь чисто для друзей сервер. Чисто для души, короче, для... Там все лавки. Угу. Ой, я, короче, делаю два краника нам. Делай. Короче, где встретимся? Я два краника. Подожди, кран... а там на один этот... На один бур надо один краник, да? Да там, блин, латекс надо, чтобы сделать провода резиновые, медные. Короче, Кира, давай ты сделаешь все, ладно? Ты не хаумный! Ты хоть латекс-то добудь, чтобы резину сделать. Ладно, а как его добыть? Я тебе сейчас, короче, даю краник, ты ищешь, ты едешь куда-нибудь вообще в жопу в тропики. Угу. Ну и там пока правая кнопка мыши, краник, и присасываешь его, на, бери краник. Такая вот муда. Пипец. Короче, надо присосать его. Он, короче, у тебя будет капать латексом вроде. Я тогда, знаешь, я сейчас пойду так. О, все, я нашел джунгли, можешь не добывать, я сам добуду. Блин, я хотел на лодочке прокатиться. Да блин, пока ты прокачишься, я уже до джунглей дойду. Я пока еды тогда добуду. Да, ты пока знаешь, что добудь? Ты пока медь, медные провода сделай, короче. Посмотри, как на Майнкрафт Вики. А медь это какого цвета? Это вот, ну вот это коричневый купер на. А, так у нас, знаешь, ее сколько? Стак почти. Вот, медных проводов наделай пока, я пойду. А как их делать? Посмотри на Майнкрафт Вики. Не. Да блин, зайди. Да видео тогда смотри, это прервется и... Ну, чё, скучно будет? Блин. Ну, короче, сейчас... Блин, сейчас мне не сдохнуть по-хорошему. Короче, сейчас доплыву, скажу, как его сделать. Ты пока домой иди.
Домой? Не, ну и сейчас. У меня уже 12 стейков. 13 уже. Так. О, 15 уже. Так, короче, что я тебе хотел сказать? Что сделать-то? Медные трубы. Во, медные трубы, точно. Твою мать, а как их делать? А, да-да-да. Блин, я заблудился. Алмазный бур, короче, да? Тебе да. Медные трубы надо? Да. Так. Это все мы чип, короче, делаем. Медные трубы, да? Угу. А, короче, просто в ряд укладываешь. Ну, как пшеницу, когда хлеб... Ну-ну-ну-ну-ну. Чисто в ряд укладываешь. Вот эти коричневые херни, да? Да. Сколько труб надо? Да блин, сколько есть херни, столько сделай. Пипец, я заблудился. Спаун пропиши. Ага. Чё? Нельзя. Почему? Ну, тут вообще плагинов нет. Так спаун-то можно прописать? Нет. Ты попробуй. Попробовал уже. Блин. Антон, мне бы сейчас початок найти тропического дерева по-хорошему. А то у меня есть саженец дуба, короче. Здесь, блин, джунгли, но здесь одни дубы. Здесь тропики, здесь не тропики, здесь джунгли, да. А мне сдались эти дубы, мне, короче, надо, блин... Ты понял, да, какие саженцы мне надо? Да, да. Ну и все, короче. А, вот, все, я нашелся. Я родился. Лунтик. О, короче, сейчас можно это... Если я буду в Камтасе видео снимать, я буду, короче, делать это от Лунтика заставку и писать «Я родился». Или, короче, ой, блин, у нас 28 этой коричневой. О, я крепость нашел. Антон, ты пешайся ко мне. Не, а ты не заблудился? Не, я знаю, куда идти, я запомнил, короче. А нафиг эта крепость? Да там, короче, всякая фигня есть. Обозреем, типа. Обосрём. Давай ты обозреешь, а я пока это. Я тебя как обозрею, у меня этот не работает. Кто? Ну, я же не могу. Ох, 54 как... трубы, короче, появилось. Ох, как здесь круто. Ты бы слышь, знал. Кира, 54 медных трубы у нас. Он это хватит стоит. Этого? Так. Хватит этого? Да-да-да. Здесь ниха механизма-то. Опа, я нашел 2 золотых слитка, 4 кости. Опа, не шутя. И нашел несколько стрел. Нашел крюк и нить. Ну, я здесь все, конечно, поломал. Ты же меня знаешь. О, Антона, поршни ломать, они же нам нужны, да? Угу. Все, короче, нашел 4 крюка. Нити понаходил. И поработать решил киркой. А помнишь Максима Суходоева? Да. Какие у вас с ним ассоциации? Айфонс. Папенькин сынок. Вот такие у меня с ним ассоциации. Да, Антон? Угу. Так, ну что там, Кира? Здесь еще сундук. Я, короче, золотой слиток нашел. Да что, здесь вообще столько всего в этой крепости есть. Я 3 рычага. Я ее, короче, разламываю всю конкретно. Всякой фигни, короче, здесь нашел. С механизмами связанной. Ну и лесенок на 4 у них. Ну ты понимаешь, лесенки все равно что-нибудь пригодятся делать. Так, ну что там, Кира, с буром-то? Чё, блин, знаешь, как его долго делать? А он что, типа, быстро все делает? Ой, он, знаешь, его, во-первых, он никогда не сломается, его только позаряжать надо. А заряжать чем будем? Ну там такой как-то реактор, короче, есть типа печи. Ну? Там, ну, что-то так муторно там. Ты там посмотри, вот, сделал я медные трубы, и что дальше? Я латекс ищу, чтобы сделать, блин. А. Я и говорю, я на поисках латекса. Ты меня ко мне, если что, ты пэшнешь? Угу. Ой, ты меня к себе. Ну да-да-да. Да здесь джунгли есть, но, блин, в них латекса нет. Но в них нету этих деревьев, блин, тропических.
Давай из креатива возьмем. Нет. Латекс? Да. Мне больше ничего не надо, только латекс. Потому что здесь чисто биомы тропиков в мире не прописано, наверное. Она прописана, но где-нибудь в заднице. Так, ну извините, дорогие зрители, но мы начитерим. Только, Кира, я не знаю, где он находится. Ты поищешь? Айди, не понял. Только ты... Я тебя тпшну ко мне. Ну? Вот я тебе сейчас включу креатив, только... Вот не смей ничего брать оттуда, блин. А то ты меня забанишь и будешь называть всю жизнь читаком проклятым. Да. Я, короче, скинул все, что у меня было там. Давай. Все. Ух ты, не шутя. Сколько здесь параши всякой. Да, не говори. О, Industrial Craft 2, короче, так. Да. Так, скафолд. Ё-моё. Так, а нам что надо? Латекс. Давай буртия возьмём сразу. Нет, вот Кира, нет, не смей. Да не буду я ничего брать, что ты гонишь. Так, латекс. Латекс, компрессант латекс, даймонд дрили всякие, энерджи кристаллы, не понял, а все, нашел, стики резин, а я резину сразу возьму, чтобы латекс не переплавлять. Не, давай переплавим. Ты че такой? Блин, крюки тут понаделал херни. Кто? Ты. Я? Ты вот в этот вот левый этот сундук, он у нас это для этого, для драгоценностей. Да, а я всякого накидал туда, я не знал. Ты в правый сундук кидай. Я перекинул сейчас. На тебе трубы. Все, отрубай, держай латекс. Все. Я стак взял на всякий случай. Давай переплавлять его. Так, а что там для алмазного бура надо? Так. Все, у тебя не креатив? Короче, надо, да, я не знаю. Блин, да что они сразу не сказали? Есть, короче, улучшенную электросхему. Ее делать из... А, нет. Не-не-не-не-не. Ее нет. Короче... На, вон стейков возьми. Так, надо, короче... Чтобы сделать электросхему, надо 6 проводов в резине и закаленное железо и 2 красной пыли. Так, как сделать провода в железе? Так, я резину возьму, Антон. Угу. Так, сейчас 6 возьму как раз. И дай мне 6 проводов сразу. 6? Да. Ну на тебе полстак, ну почти стак, то есть. На, вот, сзади. Сейчас. Все, ништяк, почти стак. Проводов у нас есть. Я беру пока 5 резинок. А где верстак? А вот верстак. Да. Так, это. Yes, я надел 5. Все, взял 6. Делаю 6. Так, все, сделал. 6 у меня. Так, затем нам надо закаленное железо одно. Вон оно в этом, в сундуках, смотри, сколько их. Так. Беру. Ты делай сразу 2, ладно? Ну, на 2 алмазных бура. Так, алмазы взял, и еще мне надо... Так, сейчас. И редстоун у тебя есть? А, редстоун я скинул. В сундуках, да. В дрянь, да, есть. Итак, делаем... Раз, два, раз. Раз, 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 раз. Ура, электроник-схема. Антон, я это сделал. Молодец. Раз, 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 раз. Ура, электроник-схема, я ее опять сделал. Раз, раз, раз. А сколько схем-то надо? 2. А, 4 делать, да? Почему 2 схемы надо для нас двоих? Одну схему на штучку. Окей. Так, назад. Так, теперь, короче, смотрим, как бур делать. А где батарейку взять? Аккумулятор. Так, аккумулятор делается из оловянный слиток. Ты знаешь, где его взять? Антон. Оловянный? Олово?
Да, ты знаешь, где его взять? Это белая вот эта херь. Да? Да. О, ну-ка переплавь пока. А ты мне хавку дал? Вот, я взял уже, и все, я переплыл. Дай мне еды, я сейчас сдохну. В сундуке, вот в левом. В дорогом, что ли? О, да. Всё, спасибо, 7 стоит. Так хавка это недорогая, что ли? Тут рубер какие-то плавятся у тебя. Ну, рубер, резина. Короче, пока 12 этих надела, я пойду пока подышу воздухом. Угу. Ой, нет, я не хочу дышать воздухом. Я цветочки посажу. Да, Антон, ты знаешь, так, что я люблю. Сейчас ночь? Да, сейчас ночь. Не слышишь, зомби воют. Угу. Так. Ты сволочь, ты чё меня трогаешь? Ты чё, крутой, что ли, на районе? По фене побазарить? Слушай, у нас дерева вообще нет почти. Ну и что? Мы живем в районе, где нет дерева. Мы живем в районе равнин. Ты что? Какое дерево? Какое нахрен дерево? Ты что, Антон? У нас что было? Так, вот это вот, ну, иди сюда, посмотри вот в печку слева, ой, тьфу, справа вверху. Иди в дом. Иду, иду, иду. Так, хоп, 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 хоп. Я иду в печку, там правая верхняя. Да вижу, 6, да. Вот это вот, да? Сейчас я попробую построить его. Так, посмотрю на Майнкрафт. Аккумулятор, да? Надо, короче... Изолированный провод. Две этих штучки. И это... Yes, Антон, он сделался. Бур? Так, да, не бур, аккумулятор. Где еще? А? Да как муторно все это делать. Ты бы знал. Ты бы знал, как это дело все муторно. Ну, Антон, это все ради же нашего блага. Ну да. Если вот сделаешь автошахтер, все, уже играть бессмысленно. Да. Почему? Так чё, все нечего делать. Я пока в шахту, короче, пойду, да? Я, короче, пока сброшу все. Провод. Да ты куда пошел-то? Я тебе шахтер сейчас сделаю. А, блин, надо еще машину зарядки сделать, да? Да, 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 да. Там что-то провода какие-то надо подсоединять. Ты посмотришь, да? Что-то генератор, да? Да. Да, во, 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 да. А к чё его делать? В смысле? Сейчас посмотрим, что этот генератор делает. Заряжает бур. Бэтпак можно, кстати, сделать. А, ну тогда его вообще проще простого сделать. Надо еще два аккумулятора сделать. Так. Так, сколько у меня? Все, 7. Ну как тебе Кира в Industrial Craft играть? Да намного круче. Ну. Кто считает, что не круче? Я. Ешь. Скудные люди, грустная судьба. В Industrial Craft главное. Это уметь играть. Остальное все пофиг. Ну, я думаю, что Кирилл в этом летсплее сделает. А, буры? Да я сделаю, ребята, я отвечаю вообще. Жорик Вартанов гарантирует. Без базара. Yes. Yes, of course. Так. Сейчас посмотрим, как этот Геныч делать. Геныч. Опа, надо еще какую-то железную печь сделать. Прикол из зомби, морковь выпала. Антон, надо еще железную печь сделать. Это... Муторно все. Ой, это 9 слитков железа? Да, представляешь? Все так муторно, ребята. Пипец. Это вообще херня какая-то. Не, ну в принципе в этом и есть смысл игры. Я пойду за деревом, да? Пока. Иди, Антошенька, иди, родной. Ты далеко не отходи от дома. Все, да? Я генератор построил. Иди, я тебе... Крейпер взорвался. Слышь, а чё в генератор сувать редстоун? Попробуем. Ой, там батарейки, по-моему. Блин, так я знаю, что батарейки. А что делать, чтобы он запустился? Там трубы какие-то надо к нему подсоединять. Вот, замутил уже печку. Да это не печка, это генератор. Похожий на печь просто. Так, у тебя батарейка есть?
Да я тебе даже сейчас бур построю. Хочешь, прям сейчас бур ради тебя, Антоша, построю? Давай. Прям сейчас. Угу. Прям сейчас. Я пойду копать. Шахтерский бур тебе строю, yes? Давай, да. Грустные люди, скудные. Только я пойду с этим буром, короче, это копать уже, да? Ну, там, так, шахту. Так, сейчас. А ты будешь это занимать, ну, строить этот, чтобы заряжать, да? Держи, Антон, держи свой бур, но только он разряженный в убур. Блин, так... Кирилл. Чё? Алмазный-то... А тебе алмазный сразу сделать? Конечно. Дай мне. Там это, там я знаю, как его делать, ну на, сделай. Там алмазы, это, тупо, это, кидаешь. Так он разряжен, да? Ну так. Короче, надо генератор как-то зарядить. Я сейчас по... На, алмазный бурчик тебе. Сейчас подожди, Антон, не уходи, я попробую генератора сделать. Не, ну намного интереснее играть, мне кажется. Мне тоже. Ну-ка, с разряженным интересно, это быстро. Так с разряженным, как кирка, мне кажется. Да ты подожди, Антон, я сейчас подумаю, как... Каги. Так ты на Вики посмотри. А, еще посмотри, пожалуйста, как бэтпак сделать. Ну, так, блин, здесь показано, как генератор сделать. Ну, блин. Я не понял, как. А, его, короче, что-то ключ и кирка. Складываем, и первое появление. Блин. В качестве топлива принимает горючие предметы. Это а, да в него, короче, типа бензин заливать надо. А, тут же есть этот, нефть, ты в курсе? А где ее найти, короче? Сейчас ураниум ор попробуем. Сейчас. Так, у меня батарейка есть? Нет, ураниум ор не работает. Нет, и вот там что-то, какую-то трубу надо сделать. Да ничего там не надо. К нему ничего не подсоединить. Вот я провод беру, да, там, например... У меня есть провода? Подожди, а уголь нельзя? О, посмотри, смотри, смотри. Смотри. Ну? Ну. И чё? Чё это за порошок? Ты чё ржёшь? Антон, Антон. Тихо, тихо, тихо. Тон-тон. Уйди отсюда, уйди, скажи. Тон-тон, таро-то-то. Да слушай. Твою мать. Дай мне хоть эту какую-нибудь. Найди, короче, опять, дай я руду найду себе нефтяную, чтобы запустить. Извините, мы почитерим, да. Ядерный реактор может намутить? Нет. Ну, блин, Антон, дай мне, я почитерю. Ну, блин. Так я тебе включил креатив. О, все, вижу. Блин, Кира, вот все, только берешь только этот. А ты же меня можешь убить и проверить. Что у меня есть? Ну вот и проверь. Что я не понял. Так. А где она? Нефть, да? Да. А как она называется, Антон? А, Тинкал, сейчас попробуем. Тинкал здесь есть какой-то бочка, короче. Так, так. Не работает ни черта. Окей. Луминатор, не? А, это... Нет, это не то. А у тебя тоже режим жира? Ну да, но я так посмотрю. Я ничего брать не буду. Может, кол бал, нет? Ну, я пробую. Кол чанг. Да блин, да нифига. Извините, но мы ничего не знаем. Да извините, пожалуйста. Я вообще не всасываю. Блин, да тут вообще нет. Короче, я не понимаю, что делать. А еще чем-нибудь можно ее зарядить, кроме нефти? Да блин, какой-то, сказали, написано ураниум. Вот, вот факт тут есть. Лопак.
Что-то я так и не понял. Короче, сейчас... Не, это вообще фигня какая-то, ядерный реактор. Ой. Блин, Антон, я не знаю. А, сейчас напишу, как зарядить батарейку. Короче, в интернете. Как зарядить... Аккумулятор в Майнкрафт. Вот, сейчас. Не, в Industrial Craft напиши. Ну, блин. Так. О, есть бронзовые вещи? Да, есть. Пипец, я не знаю. О, сейчас. Здесь, короче, мой ответ. Видях и так-то уже долгое вообще. Сколько? Ну, не знаю, но уже больше часа точно. Да ладно, Антон. Ну, мы еще поснимаем минут 30. Да. Так. Ну, так что там? Да блин, да я не знаю как. На Майнкрафт. Короче, Антон, возьми заряженное. Нет. Нет? Ты хочешь, сука, чтобы я его нахуй? А, все, я увидел. Короче, топливо, как это искать? Оно, короче, вот. Там, типа, такая канистра зеленая, поищи. Стрёмная такая, все, вот, все. Все, блин, я понял. Ну блин, да что за фигня? Что? Не хочет оно его заряжать. Может, и колбу ему надо какую? Во, канистра, да. Фуил. Ну, так она не... Её суёшь в этот... Оба. Не понял, это что такое? Это ты что-то суешь, да? Я бур, ну, засунул. Не, так ты оставь бур уже сверху, а вниз этот зеленую херню еще раз. Не, а не хочет. Блин. Так там... Там, я говорю, какие-то провода нужны, точно. Белые такие какие-то. Блин, так здесь всякие есть провода. А, блин, так дай, давай. Я батарейку сую, короче. Она не заряжается, ни черта. Она же чисто... Можно же зарядить батарейку. Понимаешь, да, ребеттеры? Лава цел. Ну-ка, дай свой бур. На. Подожди. Оп. Вот, все, понял. Суну батарейку сейчас. Все, пошла зарядочка. А батарейка нафиг? А ты что делал? Так дай бур зарядиться. А, ты бур сунул? Да. А батарейку себе забрал? Короче, я понял, что надо так, делать. Так, только теперь вообще ничего не пашет. То есть, сейчас, подожди, короче, я знаю, что надо делать. А-а-а, всё. Да подожди, дай ей зарядиться, короче. Да пусть заряжается, я вообще от нее отошел. Я, короче, знаю, что надо сделать. Нам надо сделать с Антоном нескончаемый источник лавы. Ты понял? Да. Тихо-тихо. Чё? Да я же не в доме. Вот так вот делай. Твою мать, мне чуть-чуть не хватило, блин. Короче, Антон, дай ведро. Всё, я зарядил бур. Дай мне ведро лавы, а. Как? Ну как, обычно ведро лавы дай. Креативом, что ли? Ну, не знаю, как хочешь, так и давай. У меня нет ведра. Ну, пошли добудем, Кира, так неинтересно играть. А ты мою... Нет, у меня ведро есть, ты мне лаву можешь дать? Пошли, найдем. Блин, где... Я видел где-то... Да, пошли, я знаю, где лава. Ты, блин, батарейку мою отдай, а. А, да, кстати, на тебе батарейку. Я ее заряжу и тоже бур себе хочу.
Бэтпла, кстати, это сделаешь потом, ладно? А его как делать? Два бэтпака, не знаю. Я пока залавай. А, ведро мне, кстати, дай. Так, ведро тебе на. Подойди, короче, оно около входа в дом лежит. А я пока сделаю себе бурик. Конечно, я не помню. Я пока покажу зрителям, как копать буром. Легко и просто. Вот он. Видите, как классно. Как в креативе, реально. Вы прикиньте, если его на 127 левел зачаровать там. Ну, это с плагина есть. Пипец. Быстрее, чем в креативе будет работать. Так, ну я, Кира, оставлю свой бур, ладно. И, кстати, видишь, он очень быстро садится. Вот я вскопнул там, не знаю, блоков 5. Его хватает минут, ну, на 2 минуты. Все, я оставил свой бур в этом, в сундуке. Ок? Угу. А почему? Что почему? Его хватает на 2 минуты. Потому что надо бэтпак. Очень мало зарядки у него. А бэтпак, он как бы придает ему зарядку. А как его сделать? Я не знаю, но... Суть такая вот, что бэтпак надеваешь, ну, на броню как бы, да? Ну, на нем же еще летать можно. Вместо брони, ну да. Но это джетпак. А надо бэтпак. Ой. Бэтпак. Сейчас, я сделаю себе, можно бурик? Да. Блин, этот индустриал крафт такой интересный. Век учись. Ой, век живи, век учись. Помнишь Валина слово? Какое? Ну что тогда, Антоша, с завтрашнего дня работаю в усиленном режиме. Ты завтра идешь на доп. Физику? Да. Так, как ее ставить? Как... Кира, а тебе только одно ведро нужно? Антон, мне, блин, сейчас нужно, я забыл. Не, ну вот, я ведро лавы и все взял. Ну? Так тебе только одно оно нужно? А чё, мне много-то не надо? Так бесконечный поток, чтобы сделать. Да. Да, у меня одно уже есть. Подожди, у меня лаги. А где ты взял? В креативе. Так я хотел, Антон, это сделать. Ну, чтобы источник лавы был, чтобы потом батарейки заряжать. А он лавы, что ли, заряжается? Ну, так, блин, там лава цел вот эти. О, у меня тут всё. Бур есть, короче. Алмазный? Да. Полностью заряженный. Ну, блин. Ой, ясёк! Твою мать, я шахтерский бур с электропилой. Ой! Тихо-тихо. Ты чё? Что ты? Да, короче, вместо шахтерского бура электропилу намутил. Чё ты ржёшь? Алмазную, что ли? Нет! Её алмазную, по-моему, нельзя. На тебе ведро лава. Короче, ладно, сейчас я перемучу. Блин, батарейку эту опять... Заебала, сука, всё. Ёбаное всё. Извиняюсь. Я доволен своими найками блестящими. Они издалека казались настоящими. Каждый день их чистил старой зубной щеткой. Потом на сгибе трещина. Потом он лопнул. Тоже эту песенку Антон знает. Антон, а ты же у нас поклонник АК-47? Нет. АК-47? Yeah. Это АК-47, да? АК-47! Кака 47! О, Яман! Яман! Кака 47! Витя и Максим! Хущеймен! Блять, тем! Ака в полном составе. А ты на колонках? Да. Нет. Но я в наушниках. Молодец. Антон у нас такой молодчинка. А знаете, какой он сексуальный? Да вы чё? А, Антон... О, я нашел эту. Белую фигню. Какую? Ну, по-моему, белая эта хрень. Понял.
Все, вот у меня уже алмазный бур, все, ничего от него не осталось. О, я такую классную пещерку нашел. Здорово. Ой, тут летучие эти мыши. Ой, фу, я их боюсь. О, лаву нашел. Смотрел страшный я? Нет. Вообще не смотрел. Каждый день я чистил старой зубной щеткой. Потом на сгибе трещина. Потом он лопнул. А, знаешь песню? А, да, это песня. Помню, как я был молодым. Мне... Так, ну что у меня ты... мафон. В нем две деки было. А что, я еще делаю? Я еще... Не, что там с вудпаком, я говорю? А, с вудпаком-то? Там, короче, на 3 батарейки. Ну, ты сделаешь, нет, короче, 2 бэтпака, да? Там, короче, 12 батареек надо, заряженных полностью. Один оловянный слиток. Угу. И один... Оловянный это... А, ну... Да, у нас есть. У нас короче, есть. Мне сейчас надо мутить 6 батареек. Что муторно довольно. Короче, Антон. Короче, ищи много железка. Ну, я нашел уже 6. 6. А надо... больше. Не, у нас есть железка же. Блин, оловянный. Так надо не 6, надо, блин, ну, я не знаю сколько, ну, больше. Ну, стак? О, нет, надо оловянный стак. Блин, да дай я просто батарейки сделаю. Там, короче, оловянные слитки нужны, у меня они кончились. Пойду попробую, как твой бур пашет хоть. Что он вообще творит? Там пещера. Так, ты бэтфакт сделаешь? Как да? Им пользоваться, а? Он включается, нет, как? Нет, просто вот, хреначишь все. О, нет, это... Это фиг... Так. У меня разряженный, походу, уже бур. Просто лупишь по нему и все. Ну как? А? Кирилл? Да, быстро работает. Ну, у меня только он разряжен уже. И вот видишь, Кира, как... У тебя видишь уже, сколько отнялось батареек? У меня еще 17 минут, мам. А, Кирилл. Да, вижу, да немножко, чуть-чуть там. А у меня вообще уже все разряжено. А его у меня... Блин, ты зачем реактор-то сделал? Какой? Ну, в доме у нас реактор. А ты где лаву нашел? А, да там, в пещерке у нас. Не, ну слышишь, это что там за бэтпаком-то? То есть что? Бэтпак ты сделаешь? А? Да. Когда? Просто да там, чтобы его делать, долго мучиться надо. Чтобы сделать, короче, бэтпак, надо 6 батареек. А, 6. Антон, так ты покажи, что ты сделал, этот бур там и сделал. Так надо, вот, короче, 6 заряженных батареек. Считай, да? Угу. Ой, олово там. О, это олово, да, сделалось? Да, это... Короче, давай батарейки в креативе возьмем, а. Ну, давай. То надоело уже. Сейчас. Я возьму еды чуть-чуть. Ну. Так, а где они? Я их ищу еще. А джет... Нам надо сундук уже новый сделать. А джетпак? Что джетпак? Джетпак, он как бы не... Ой, джетпак он не заряжает? Только бэтпак заряжает. Ну, бэтпак лучше всего, Кира, он... А что такое лаппак? А, вот это я не знаю. А его нету здесь. А, кстати, есть какой-то кварт ураниум цел. Короче, делай бэтпак и все. Сейчас. Проверь. О, Юра в сети. Угу. Сейчас. Бэтпак сделать? Да. 2.
Так, два. Ну, если тебе не надо, то... Нет, он там не надо. Ну, реактор ты нафига построил? Ой. Сейчас, подожди. Батарейки возьму. Надо нам два генератора, короче, замутить. Так будет классно. Типа симметрично, что ли? Ну не, ну просто у нас же два алмазных бура, они заряжаться-то, когда будут у нас это, ну, короче, забей. Короче, ок. Ну что там? Так, два путпака, да? Да. Все, отключай креатив, сейчас я скрафчу. На, держи свой, сейчас себе. Все. Держай свой бэкпак. Спасибо. О, он заряжен уже. Ну, я... Ты его из креатива взял? Нет. Там заряженные батарейки просто взял. А, ну ладно. Смотри. Внутри у меня. Ну, я пошел, короче, в шахту тогда. Там очень она большая. А, факела нужны. Уголька у нас мало. А где шахта? Ну, блин, ну там направо. Там рядом с домом-то направо. Там еще фонтанчик, да, такой небольшой? Ну, шахта-то, которую я тебе первый раз показал, когда ты... Ну. Вот она. Так, что-то я тупить начал. Чё? Я в шахту пошел. Там вообще пещерка такая здоровая. Вот, подожди меня там. Сейчас. Я тебе покажу, где она. А ты видос завтра выложишь? Да. Он еще идет, кстати. Я понял. Ну вот. Это где у нас проход, да, был? Туда же идти, короче. Вот, стой. Вот он. Алло, да стой. Назад иди. Назад. Ой, здесь проход здоровый. Где? Да нет. Назад иди ко мне. Пошли. О, а нафиг ты туда копнул? Нет, это случайно что-то сломалось там. Тут летучие мыши есть. Вон тут, видишь... Тут много всего, мне кажется, мы можем надымать. Вон там лава, вон есть, видишь? О, я, блин, пойду, кстати, к лаве. Как быстро он работает, слушай. Да, вообще. Ты бэтпак на себя нацепи. Да. А, ну. Чё стоите-то, заходите быстрее. Так, чё, нет алмазиков? Да здесь столько этой лавы. Короче, следующая наша цель с Кирой — это сделать автошахтёр. Ох, да. Чтобы. Мы уже, кстати, очень быстро развились. Это, считайте, третий лосплей. Ну, хотя он идет час целый уже, больше даже, почти два часа. На дом это... мы забили абсолютно с Антоном почему-то в этом. В этих... Ой, алмазики! А я все, руду свою урановую собираю. А я алмазики ношу. Два алмаза. А я молюсь, тебе, чтобы у меня бэтпак никак не разрядился, блин. Ой, его, знаешь, минут на 20 хватит. Думаешь? Ну, я читал. На Вики. Блин. Слушай, в этой шахте много чего можно надымать, мне кажется, да? Ты второй раз это говоришь. Третий уже. Третий? Угу. Слушай, в этой шахте много чего можно надымать, мне кажется. Не, ну, фанатери. Ну, я понял. Нам крупно повезло вообще с Кирой. Антон, эту шахту нашел. Опа. Что там, криперняшка взорвался? Ой, тут их два. Тут их два? Угу, сейчас еще один. Все. А скелет, падла, не сдох. Не, ну ты прикинь. Ну, этот. Я сейчас сдохну сейчас. ТП ко мне. Кира, блин, надо броню нам было сделать. А чё? То без брони ходим. О! Беру курс на пещеру дальше. О, я здесь в новую пещерку зашел куда-то.
Мы алмазы так что быстро нашли, представляете, вообще мигом. Да. Да. Автобур, классная вещь. Мама! Мама что-то в ванну собиралась вроде пойти. Ты долго геометрию делал? Нет. А я минут 20. Я так же. Я лазуритик всякий нашел здесь. О, вот я уже к тебе подошел. О, я... Ой, а у нас нашел Антон. Сколько? 2. 3. Ну вот. 4. То есть, ты хочешь, чтобы я посмотрел, как сделать в Майнкрафт Вики автошахтер, да? Да. Сейчас я залезу, прикинь, сейчас сделаем. Сейчас мы не будем его делать. Сейчас как... Есть? Ты меня так супом с лепешкой накормила. Макароны есть. Да? Ну не знаю. Ты мыться идешь? Ну ты помойся, а я потом. Автошахтер. Блин, пипец, мне очень нравится такой алмазный бур этот. Как его тяжело слушать делать. Надо две буровых трубы, две электросхемы. Ой, слушай, тут столько рассона. А, здесь надо, короче, шахтерский алмазный бур, ОДС-кадр. Ну, короче, завтра сделаем. Да, на видео снимем. Мы его делать будем, как обычно, не в креативе. О, блин. О, прикинь, я сейчас, короче, этим буром так завалил жестко этого. Скелета. Да, у меня пила есть, короче, я его пилой запилил. Ой, блин, сколько здесь. Вообще богатая пещера, слушай. Угу. Йо. Чё, тоже видишь, где я? Так я с тобой рядом. Золото. Всё, золото. Ой, ё-моё. Опять бак с золотом. Да. Не, ну это просто не спавнится рядом, поэтому... Опа, там новая какая-то еще пещера есть. Нам жутко повезло. Юра, опять скайп это. Туда-сюда. У меня бы клак вообще чуть-чуть разрядился. А тебе нравится Юрино видео, Антон? Ну так. Не, ну в принципе нормально пацан снимает. Ну да. Так. Еще развивается, развиваться вам планирует. Я нарублю уголь, потому что у нас уже его почти не осталось. Да. Ты говорил, что у нас его много, а у нас его... Уже нет. Уже нет. Практически. Практически нет уже. Так, ну руби там это. Всякие руды. Я пойду дальше. Так. Так. Вот ты руби вот эту вот белую хрень. Ну. Блин, да мне бы... Олово. Нам сейчас, кстати, это... Мы, может, с Кирой... Ну, сделаем, конечно, железную эту броню. Но потом сделаем, наверное, алмазные, да? Считай, Кирки нам не нужны алмазные. Да, ведь? Ну, да, сейчас быстро пойдет. Да, с считай, этим. Бур никогда не это не сломается. Вообще никогда? Да. Он чисто его заряжать и все. Ну, заряжать мы его будем часто. Хотя мы... Я вот только вчера Industrial Craft скачал, а Кирилл только сегодня. Вот я ему сказал как. И все, и мы начали играть. Блин, Антон опять баг с золотом. Стак нарубил. За раз? За два раза. Пипец. Опа, куда я пришел? Так. Кира, не заблудиться бы. А, у нас спавна нету. О! У нас спавна нету, Антон. Вот-вот. Блин! И бур в жопу? Да, все в жопу. Пипец. Да. Влай сгорел, что ли? Ну, да я, у меня, короче, эта текстурка провалилась. Текстурки не было. Ну, сделай новый, что. Включи мне креатив, я возьму все быстро, что было. Не. Да блин, да так скучно, у меня вообще ничего нету, чтобы даже бур сделать. Ну ладно. Ну извините. Да блин, у меня текстурка пропала. Сервер лагнул немножко. Так, бур, да, надо?
Так, мне надо бур. Бэтпак. О, тихо-тихо, я к тебе сейчас тпшнусь. И все. Все есть. Diamond Drill он называется, Антон. Да. Да. Так, я пока заряжу бэтпак. Ух, фифец, он долго заряжается-то. Он у тебя все, что ли? Нет, ну, половина там была, но он долго... Слышь, Кира, нам это, третий генератор не помешал бы. Все, Антон, я взял, что у меня было. Генератор же делается тупо из железных этих, да? Ему еще печка нужна железная. Ну, только железная печь и все, да? Ну, там же нет железная печь. И еще что? Да на генератор, да. Я поставил. Ладно, я пойду пока в пещерку. Давай. А ты тогда в пещерке ходи, а я буду тупо шахту копать. Короче, Антон, я знаю, что нам надо делать. Я на Майнкрафт Вики про лазер прочитал. О, это ты генератор третий сделал? Да, ну я его поставил. Молодец. Да вдруг нужен он нам. Все, бутпак зарядил. Отключай мне креатив. Креатив, люди, это очень плохо. Это не нужная вещь практически. Потом просто... говорит читер со стажем. Кто? Ты. Почему? Не, ну зачем гейммод вообще включать? Так потому что у меня все это вышло. Как зачем? Чтобы поиграть весело. Кто-то, прикинь, на серверах креативки специально покупает. Угу. Или админки. Ну, админки еще, понятно. Не, ну, я, кстати, не продаю админки на сервере, дорогие зрители. Если хотите быть админом на Антошином сервере... то тупо это в скайп мне дайте и все. С вами поговорят по-мужски. Скажут вам. О, это ж мы такие шахты сейчас будем делать. Очень быстро. Ты где, Антон? Я шахту копаю. Сам. Я не в пещерке. А то еще заблудимся и все. А я в пещерке. Потому что мне пофиг. Кстати, бур ломает землю еще быстрее, чем этот... лопата. Нет, чем... чем камень. Ты прикинь? Тут... правильно. Рука тоже ломает землю быстрее, чем камень. Он и дерево ломает, он все ломает. Нет, на дерево есть... ну, бензопила это, да. Но все равно он тоже очень... блин, кто это меня так крякнул? Копает. Ну, кто меня так пиздит? Чешуница. Ой, одно удовольствие копать с этим буром. Буром. Не, надо лазеры делать. А, да. С ним вообще одно удовольствие, я думаю, будет копать. Ну, он как-то это некрасиво разрушает. Зато эффективно. Ну да. Главное, эффект. Блин, ТП меня к себе. Я умер. Все, уже не надо. Не, я сейчас похожу, пойду по пещерке. А, так давай я тебя тпшн, чтоб ты не хреначил. Так нет, я умер уже. Не, ну чтобы вниз. Вот, короче, вот туда вот иди, вот. Куда, туда? Да, вот туда. Туда. Мне там свои вещи надо поискать. Ты, блин, здесь прокопал тоже уже. Млечный путь какой-то. Надо вагонетки сделать. Да. Надоело пешком гонять.
Так, мне бы сейчас по-хорошему найти, где вещи, блин. Не, вообще-то я помню, куда я шел. Блин, зомбак. Прикинь, чисто прыгаю, блин, зомбак зомбака откинул. И бежать от него. Все, я, короче, нашел свои вещи все. Да, все практически. Главное, что бурчик есть, остальное мне без разницы. Бэтпак. Бэтпак, бурчик. Ну и все. И осталась вся руда. Да. Алмазиков-то сколько у тебя? Ноль. Я же не брал с креатива алмазы. Не, ну ты находил там их. Два. Ага. Находил-то я два, но я не стал брать. У меня тоже два. Не, у меня сейчас с собой два, я не сдыхал. Ну. Так лава прикольно в этом Майнкрафте делает. Да блин, реально надо лазеры делать, мне кажется. Надо бурый лазер делать, понимаешь? Потому что лазер, он, если надо что-то быстро разрушить там где-нибудь, ну или вдалеке. Блин, здесь такие пещеры. Ой, у меня бэтпак уже почти сел. Да как? Что ты такого делаешь? Ну, я знаешь, сколько КП? У меня, блин, бэтпак не сел. Я, знаешь, ну вот у нас дома три генератора. Я один перенесу в шахту, ладно? Ну, так. А, кстати, что будем делать, если, когда батарейки кончатся? Какие батарейки? Которые заряжают бур. Ты как? Знаешь, как они крафтятся там? Батарейки, которые заряжают бур. Да. Это что такое? Ну вот. А, лазер? Да. Ну, знаю, а что. Ну все тогда. Ну, у нас есть это ресурсы для него? Конечно, есть. Точно? Да. А то я могу поискать он сейчас. Говори, что надо. Что для них надо? Да там олово, вот главное. Олово это какой цвет? Ну самый белый такой. А, все, угу. О, так там у нас его вообще уже немерено. Олово именно? Да, вот у меня сейчас 30 руды. Еще там где-то. Ну, короче, стак есть. Офигеть! Прикинь, всё. Обсидиан еле-еле буром рушится. Да? Да. У тебя, может, сел, нет? Блин! Включай мне креатив опять. Я пробил обсидиан и упал. Бур у меня нормальный был. Ой. Все, Антон. Я сейчас завязываю. Я тоже. Еще несколько минут. Все, взял? Нет, я еще не взял. Я только это вырвался. Я только выжил. Ты че? Я еще набираю только. Ладно, мам, сейчас. Вот, слышишь, да, Антон? Угу. Мне уже пора завязывать. Завязывать шнурки. Так. Не, ну индустриал крафт все-таки классно. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами были пирог. Антон 99 и Пирог. Подписывайтесь на новое видео. До свидания. До свидания.